А это что за караван из тонированных автомобилей? Похож по вашу душу. Не имей 100 миллиардов фунтов. Вы задержаны в связи с мошенническими действиями. А имей 100 заключенных в своей банде. Жрите с пола. Простая истина, которую Виктор Гнеда сможет понять только в тюрьме. Мы вольемся в твою банду. Я серб. Нас тут полтора человека. Я и кратконогий Милош. Владимир Сычев, Максим Лагашкин и Тимур Батрутдинов. Подъем, ты не дома, чтобы до обеда спать. В сериале об олигархе под санкциями, а теперь еще и за решеткой. Надо вспомнить то, с чего я начинал. Скупать ваучер у работников завода после распада Союза. Выбивать дерьмо из людей. «Бедный олигарх 2» с 16 октября в 9 вечера. Премьера на ТНТ.